Так, ну что, Фрея, Фрея, будем смотреть, как я на Фрее не умею играть, но пытаюсь. Ибо ребятки заказывают, да? Здорово, Джексон, здорово. Какой самый сильный герой в плане 1 на 1? Самого сильного нет. Есть мета, такие как Кали, Бакасур, Хибо, Хронос, сильный Посейдон. А ДК многие сильные, такие как Уль, Хоуи. Мне кажется, Артемида неплохо заходит. Из воинов хорошо Белона заходит. Так. Сейчас посмотрим, как мы Фрей сыграем, конечно. Чат, это вам. Чат, это вам. Лапочечки от Фрей. Блин, мне нравится этот скин, потому что он так светится. Очень прикольно. Я понял, Коля, я понял. А тут, мне кажется, больше не в сборке дело, а в умении играть. Понимаешь? А, по моей мете пацан идет. Хорошо. Все правильно сделали. Там можно мечом побить. Восполним ману и все. Мы фуловые. Мы просто фуловые. Просто жестко. Чат пока немножко не читаю. Не могу отвлечься, сорян, да. Хорошо, да? Что за запикивания были? Это, наверное, этот. Комментатор. Наверное, опять Тина выпала какая. А, да, я возьму. А, окей. Пока что пушим, особо не напрягаемся. Ману сильно не тратим. Ладно, плохо. Хочешь этих бить? Нормально двоих поднял. Ой, что за урона? Куда ты? Нет, уже нахрюкает, меня раздражает, если честно. Я не знаю, Лич, я не знаю. Я ребутнул бота перед стримом. Но обещать не могу. Какая же Фрея долгостоящая. Посмотри, я фуловый. Фуловый. Уже 3 минуты, уже 3-я волна или 4-я. Плюс мы кемпы забрали, а я фуловый до сих пор. Лол. Рано. Бля, единичку ж нужно, забыл. Сорян за мат, чат, кстати. Я когда буду подгорать немножко, я буду много материться, но я постараюсь избежать этого. Спринты бы взял. Что нужны спринты в теории? Но уже нельзя. Здорово, Клорд. Мы уже привыкли к этому. Не, все равно нужно отучаться от таких штук. В этом хорошего ничего нету. И гордиться мы этим, конечно же, не будем.
Так. Gank right lane. Что-то Кабра фармит там крипов, блин. Очень интересный, конечно, пацан. Здорово, здорово, Димберт. Не-не, это плохой челлендж, Макс. И за челленджи обычно платят, ты же знаешь. Баланс дать плохой? Нет. Баланс нигде не плохой. Везде люди жалуются на баланс. Просто есть... Блин, какие красивые анимации. А, Димас, это ты что? Да блин, опять я двойку качнул. Так, я понял, я один против двоих стою. Так. Так, Тор ульт, говорит. Это хорошо. Еще Тор без ульта, это хорошо. Куда ты пошел? А че ты сзади стоишь, дядя? Обосрався. An enemy has been slain. Так, хорошо пока. Хорошо, выровняли, пацаны. Не выровняли. Ну им просто нужно дождаться меня, моего лейта, и все будет изи. Привет, Роллингер. Здорово, дядь, здорово. Не, ну он молодец, конечно. Так, пока мы идем ровненько. Просто выфармливаем, просто выфармливаем. Нормально он ей накидал. Так, все. Теперь у нас есть варды. Наконец-то. Можно. Можно отпускать Кабракана с его вардами куда-нибудь ближе к миду. И с каждой каткой нам на 3 мата меньше говорит, как такой принт. Так я вообще постараюсь не материться. Ну не, да нет, без мата нельзя, буду материться. Да, да, хули я, все правильно. Материться, как бы, ну это нормально. В этом ничего такого ненормального нету. Ты на своих? Не, я снимаю. Что, она и по вышке нормально, да, пробивает? Здорово, Смарк. Что это было? Что? Да ладно. Да ёпту, чат. Я опять на чат. Я вытянул чат себе на экран. Держу в курсе. Так, все. Чухаем на базу, покупаем сапог. 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 У нас все более-менее хорошо.
Жалко, что она чухнула, конечно. Если мы ее убили, вообще было бы все хорошо. Здорово, калачик. Офигеть, уже 10 минут, я вообще не участвовал в файтах. Но мне оно и не надо. Сейчас мне не надо, мне сейчас нужно подфармить. И нам нужен банкрофт. И еще одно кольцо какое-нибудь. Все, 4 артефакта, и мы можем драться в щи. Мы сейчас можем драться в такие щи. Мне что-то не нравится Фрея. Ну, она такая нормальная. Охренеть. Что за уронище-то, а? И от таврки мы восстанавливаемся. О, господи, как-то быстро. Как-то очень быстро. My fault. Я не хотел юзать ульт, я думал, я их еще успею поднять, подтянуть время, а потом еще ультануть. Я же говорю, как-то меня быстро убили очень. Максимально быстро. Я не знаю, сколько сейчас годпак стоит, но лучше дождаться скидок, по скидкам он вообще копеечный. Ладно, это была плохая идея, согласен. Так, хилим ману. Сейчас будет банкрофт, и сейчас будет очень больно всем. Как не вернулся, можем его крипов мы не забираем, естественно. Ни в коем случае. Ибо он уже на линии, нет смысла забирать его фарм. Можем попробовать голду убить? Привет. Тебя бьем. Здесь Агния нам тут не приведет, друзей. Так. Нам нужно дождаться лейта, самое главное. Я как только выйду в лейт, все будет хорошо сразу же. Ну, скорее всего. Да, она теперь ману регенится, если ты бьешь ближней атакой. Это очень круто. Да ладно, одного выстрела мне не хватило. Хорошо. Лол, я его спас. Хорошо. Да, Игорь Дези купил, мы уже играли раза три, наверное. Нет, два раза играли. Хорошо, я спас его, хорошо. Так, 3-1. Начинается самое веселье. И появляется у нас... Кто? Появляется у нас банкрофт. И варды с маной, хорошо. Теперь мы очень сильные. У нас есть еще и Аега на всякий случай.
Вы хоть оружие в руках держали? Да, мы вчера пофайтились, я это на видео записал, потом тебе покажу. Меня сначала убили, потом мы убили каких-то ребят, у которых топовый шмот был. У них там калаши были с глушаками, они в этих... с обвесами со всеми были, короче, там. Ну, очень круто, и мы их убили, залутали, убежали. Короче, сейчас мы ищем место для базы. Очень прикольно. Ой-ой, сколько урона. Хорошо. Я иду. Здорово. Здорово. Крыса запись. Да, там калачик с нами был еще. Калачик, Кирилл, я и Игорек. Дэзи, нормально. Сейчас еще бы этот, кстати, купил. Хабибуст еще купил. Дэзи мне сегодня писал калачик, прикинь. Я ему скинул данные по серву. Будет с нами тоже играть, скорее всего. Так, 6-1 мы идем уже. Сегодня будет Дэзи. Не, мы Дэзи пока не стримим. Все расписание, ребят, есть в группе. Все, ребята, есть... Блин. Follow me. Да. Дождался. Да, да, мы начали в Дэзи играть, да, ребят. Где байты? Не знаю. Я подумал то, что нужно это сделать поменьше. Не знаю зачем. Кто хочет, тот поможет, ты же знаешь. Или кто может, тот поможет. Как? Так интереснее звучит, да? А. Let's go. Здорово. А чё ты? Хорошо, ты остановился. Останови его. Хорошо, я живу. Он утонул, тише? Да, лол. Здорово! Жестко. Привет, Неват. Да, 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 та, которая 5 лет в бета-тесте. Need healing. Okay. Yeah. Да, если бы у Фрейбель маг крит, это было бы жестко. Но мы идем вообще очень жестко. Хотя ребята вроде не самые нубасы. Хилимся, живем. Да, мы уже наваливаем так, что прям. Торн не нубас, он меня не видел, он не мог в меня прыгнуть правильно, понимаешь? Арофиро, фак. Он не будет со мной сейчас драться. Дасон, спасибо, ребят. Спасибо всем, кто сегодня подписался. Прям вообще красавчики. Хочу вот это собрать. Хочу вот это собрать и... Я даже не знаю, что нам еще такого взять. Сейчас подумаем. Нужно что-то носить. На пробивание. О, я, да, вспомнил. Да, она релизнулась. Дэзи релизнулась уже, конечно. Уже давненько. И сейчас ее очень-очень поддержат хорошо. Прям очень хорошо. Она классная, правда классная. Я не думал, что она такая классная. Я знал то, что ее ругают, и думал, она вообще не очень. Не, орб уже поздно брать. Нужно какое-то пробивание взять. Какое-нибудь, может быть, эту. Копье. Хорошо. Агни, хорошо. Double kill. Killing spree.
I shall uphold what is right. Здорово. Хорошо. Вот такая вот каточка на 19 минут. За нее можно и лайкусик поставить. Я все-таки научился, видимо, на Фрей играть. Кайф. И за полтинчик, спасибо огромное. Благодарим за то, что просто ты у нас есть.